Всем привет! Это снова обзор «Что нового?» очередного российского города. В этот раз это нефтегазовая столица России, город Тюмень. А в конце этого видео новые коттеджные поселки и красоты этого удивительного города контрастов, где нефтяные и газовые скважины соседствуют с природными термальными источниками. Давайте же узнаем, что нового в Тюмени. Поехали! В научном центре Тюмени установили автоматические тепловизоры, созданные российскими учеными Сколково для борьбы с COVID-19. Промобот Термоконтрол – это умный автоматический терминал, который может быть установлен в офисе, на предприятии или на транспорте. В основе устройства – дистанционный бесконтактный термометр и экран. Благодаря датчикам бот автоматически определяет, что к нему подошел человек, и измеряет температуру за 5 секунд. Средняя пропускная способность терминалов – более 300 человек в час. Уведомление о результатах сразу появляется на экране. Такие же терминалы уже установили на железнодорожном вокзале Перми, на производстве минеральных удобрений и других предприятиях. А теперь резиденты Сколково отправляют своих промоботов работать в Европу. Общая сумма договора, подписанного немецкой компанией Stay GmbH, составляет 300 тысяч евро. На базе бывшего завода «Сибнефтегазмаш» в Тюмени открылось новое производство. Компания ООО «Тюменьхиммаш» реализовала проект по изготовлению емкостей, резервуаров без давления и под давлением, аппаратов, нефтегазосепараторов, отстойников, складов цемента, блочного оборудования, металлоконструкций различного назначения. Полная модернизация производственных линий завершена в январе 2020 года. Это позволит создать 150 новых рабочих мест, а общий объем капиталовложений в процесс модернизации составил 110 миллионов рублей. Компания РН «УВАТ-Нефтегаз», входящая в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», реализовала в Тюменской области масштабный проект по энергоснабжению УВАТской группы месторождений. В рамках проекта на Тямкинском, Протазановском и Устьегузском месторождениях введены в эксплуатацию три электроподстанции с суммарно установленной мощностью 502 мегаватт-ампер и линии электропередачи 220 кВ протяженностью 320 км. Это один из крупнейших энергопроектов НК «Роснефть» за последние несколько лет. Управление объектами энергетики ведется из уникального оперативно-диспетчерского центра в городе Тюмени. Сбор, обработку и хранение данных о параметрах режимов работы энергосистем производит программный комплекс отечественного производства. В Тюмени открылся госпиталь «Мать и дитя». Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» – один из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере медицины в регионе. Его строительство началось 21 июня 2017 года. Общий объем инвестиций в проект составил 3,2 миллиарда рублей. К 2022 году здесь будет создано более 400 новых рабочих мест. Площадь нового госпиталя составляет 16 200 квадратных метров. В учреждении представлены медицинские услуги как по основным направлениям деятельности группы – родовспоможению, женскому здоровью, педиатрии, так и широкий спектр услуг для всех членов семьи. АО «Транснефть Сибирь» ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода в городе Тюмени. Производственный комплекс ТРМЗ обеспечит организацией системы «Транснефть» продукции машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов. Объем инвестиций составляет порядка 3 миллиардов рублей. Дополнительно создано 200 рабочих мест. На территории индустриального парка «Боровский» вблизи Тюмени открылся завод по переработке овощных культур «Прованс Групп». Завод планирует выпускать до 250 тонн продукции в месяц. Общая площадь производственного комплекса ООО «Прованс Групп» составляет более 3400 квадратных метров. Объем инвестиций составил 220 миллионов рублей. На заводе работает 80 человек. В Тюмени одновременно введены в работу две новые подстанции «Причал» и «Молодежная» мощностью 80 и 50 мегаватт-ампер соответственно. Строительство новых энергообъектов обусловлено необходимостью обеспечения растущей потребности областного центра Тюменского района в электрической мощности. В ходе строительства подстанции «Причал» и «Молодежная» применено инновационное оборудование российского производства. Оно обеспечивает высокий уровень надежности при оптимальном соотношении цены и качества. Инвестиционные проекты реализованы в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области. В 2019 году компания «Россети Тюмень» инвестировала в электросетевое развитие города около 3,4 миллиарда рублей. Тюменская компания «Альфа-Драйв» отправила в Словакию первую партию лыж и гусеничного оборудования «Сноурайдер» собственного производства. На сегодняшний день около четверти производимого оборудования поставляются в такие страны, как Япония, Испания, Андорра, Румыния, Грузия, Казахстан, Польша, Гренландия.
Отметим, почти все комплектующие для лыж изготавливаются компанией в Тюмени. Компания вышла на международный рынок при содействии правительства региона. Решающую роль сыграло высокое качество изготавливаемых лыжных комплектов и грамотно выстроенная логистика. С компанией работает 5 европейских дилерских центров, в планах открыть представительства во Франции, США и Канаде. Скорые пассажирские поезда «Ласточка» начали курсировать на направлении Тюмени и Екатеринбург. В 2020 году частота курсирования увеличится до 2 раз в день. Межрегиональные рейсы на направлении Тюмень и Екатеринбург будут выполняться ежедневно электропоездами «Ласточка» с местами для сидения в стандартном 5-вагонном исполнении. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО РЖД и с помощью мобильного приложения за 45 дней до начала поездки. 153 сотрудника Росгвардии по Тюменской области получили ключи от новых квартир. В этом доме будут проживать не только семьи сотрудников, проходящих службу в Тюмени, но и 47 семей, которые приехали из разных регионов страны, от Карачаева-Черкесии до Алтайского края, выбрав Тюменскую область для постоянного проживания. Дом для сотрудников Росгвардии находится в районе лесобазы. Это комфортный микрорайон с развитой инфраструктурой. Напротив возводится детский сад, совсем скоро начнется строительство новой школы в этом районе. В Тюменскую областную клиническую больницу номер 2 в рамках национального проекта здравоохранения поступило новое оборудование на сумму более 62 миллионов рублей. Современная аппаратура оснащена датчиками тревоги, предусматривает многоуровневую систему профиля управления. Это помогает медикам ухаживать за тяжело больными. Всего за счет средств бюджета области в больницу поступило примерно 80 единиц медицинской техники, в том числе 20 современных аппаратов для реабилитации пациентов с инсультом, мобильные электрокардиографы, биопсийный пистолет, а также 170 медицинских функциональных кроватей. Более 500 километров дорог отремонтировано в Тюменской области за сезон 2019 года. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы не только городские, но и областные дороги. На все работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 года было выделено порядка 6 миллиардов рублей. 13% от суммы составило субсидирование федерального бюджета. До 4 полос расширили 19 километров трассы Екатеринбург-Тюмень. Отрезок трассы приобрел параметры категории 1Б. С вводом в эксплуатацию этого участка его пропускная способность увеличится более чем в 3 раза – 6 тысяч до 19 тысяч автомобилей в сутки. Разделение транспортных потоков барьерным ограждением поможет водителям избежать лобовых столкновений. Перед дорожниками стоит масштабная задача – перевести в 4-полосное исполнение полностью всю трассу Екатеринбург-Тюмень к 2025 году. Это позволит водителям комфортно и безопасно доезжать из Екатеринбурга в Тюмень за 3 часа. «Газпромнефть» открыла в Тюмени первый в России интегрированный центр разработки месторождений, который позволит компании вдвое сократить сроки запуска крупных добычных проектов, обеспечит значительное снижение затрат при обустройстве новых активов, рост точности планирования, качества и скорости принятия инвестиционных решений. Центр станет единой площадкой с современными цифровыми инструментами, с которой компания будет контролировать все этапы разработки месторождений, от подготовки к началу добычи первой нефти до завершения эксплуатации актива. В Тюмени открыли сказочный бульвар. Это пространство для отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Необычное место для променада и спорта растянулось на 560 метров вдоль домов района Новопатрушево. Длина велодорожек 952 метра. По бульвару можно прогуливаться часами и устраивать веселые фотосессии. Герои известных сказок будто сошли со страниц книжек и поселились именно здесь. В Тюмени открылись 4 новых детских сада. Детский сад номер 125 рассчитан на 950 детей. Новый детский сад «Три богатыря», ставший третьим корпусом детсада номер 158, примет более 600 детей. Проект реализован в жилом комплексе Новопатрушево на основе соглашения о государственно-частном партнерстве. Еще 2 новых детских сада открылись в микрорайонах Емельский-2 и Тура в рамках национального проекта «Демография». Детский сад номер 36 в микрорайоне Тура рассчитан на 613 воспитанников. Учреждение «Умка» в микрорайоне Емельский-2 стало третьим корпусом детсада номер 60, оно расположилось по соседству от 2-го корпуса гимназии номер 49 и рассчитано на 684 ребенка. Также новые детские сады открылись в Тюменской области. В селе Исетское – это детсад «Солнышко», и в городе Тобольске – это детсад в микрорайоне номер 15 на 550 мест. В городе Тюмени открылся спортивный комплекс «Олимпия» Тюменского государственного университета. Новое здание имеет 3 этажа и площадь 11 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместились административные помещения, тренажерный зал с раздевалками, а также обеденный зал на 100 посадочных мест. На втором этаже находится бассейн площадью 400 квадратных метров, а также зона игровых видов спорта, зал фитнеса, видеоконференц-связи и кабинет дежурного врача. На третьем этаже будут заниматься спортивной гимнастикой и единоборствами.
Заниматься здесь будут не только студенты, но и воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а также все горожане, неравнодушные к спорту. В пригороде Тюмени, около деревни Патрушево, недалеко от жилых комплексов «Биография» Ожогина, открылся новый ландшафтный парк – «Древо жизни». С высоты форма парка напоминает дерево. «Дерево жизни» подойдет для семейного, спортивного и романтического отдыха. Три игровые площадки рассчитаны на детей разных возрастов. На них установлено качественное оборудование – горки, спорткомплексы, качели, аттракционы. А почва покрыта травмобезопасным материалом. Есть две спортивные площадки – беговая и велосипедные дорожки. Благодаря комплексному ландшафтному дизайну по парку приятно гулять. На территории не просто высадили разные породы деревьев и кустарников, но и отсыпали искусственные холмы. В Тюмени на площадке индустриального парка «Боровский» открылся завод модульных газопоршневых электростанций компании «Энерготехсервис». Объем инвестиций в первую очередь проекта составил почти 1,5 миллиарда рублей. На заводе создано 30 новых рабочих мест. В год завод будет производить 80 электростанций. До конца 2022 года планируют запустить вторую очередь завода за 5,5 миллиардов рублей. Продукция тюменского завода будет востребована предприятиями нефтегазовой и горно-обогатительной промышленности, сельхозпроизводителями и сферой ЖКХ. В Тюменской области открыты 5 новых школ. В микрорайоне Ямальский-2, в селе Тоболово Ишимского района, в деревне Малое Зоркальцево Тобольского района, завода Уковский и в районе улицы Янтарная, Бориса Житкова и Тюмени. Это второй корпус школы номер 65. В Боровском индустриальном парке под Тюменью открылась фабрика полезных снеков. УКЕЙЧ – масштабный проект. Предприятие площадью более 6 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составил более 130 миллионов рублей. Здесь планируется создать более 40 рабочих мест. Для производства здесь закупают исключительно натуральные ингредиенты. Добровольцы высадили 37 тысяч саженцев сибирской сосны под Тюменью во время экологической акции, приуроченной ко Всероссийскому дню посадки леса. Инициатором выступил департамент лесного комплекса Тюменской области. Более 1000 волонтеров, простых жителей Тюмени, студентов и сотрудников крупных компаний вместе с экспертами в области лесного хозяйства, охраны окружающей среды и органами власти высадили саженцы сибирской сосны на 8 гектарах лесных площадей, относящихся ко всем муниципальным районам и городским округам региона. В Тюмень поступили 42 новых автобуса ЛиАЗ с USB-разъемами и устройствами для электронной оплаты за проезд. Основное преимущество новых марок – большая вместимость, широкие проходы и дверные проемы. Автобусы оснащены двигателями экологического класса Евро-5, системами ГЛОНАСС, климат-контроля, электронными информационными табло, откидными аппарелями и креплениями для инвалидных кресел. В двери вмонтированы датчики, которые не дают им закрыться. Если пассажир еще не вышел или не зашел, как следствие автобус не поедет. Также в салоне несколько камер видеонаблюдения. В городе Таркасале, Ямал, Тюменская область, построен новый парк. Парк здоровья стал первой общественной территорией Пуровского района, благоустроенной в рамках проекта «Комфортная городская среда». Благоустройство территории выполняли с минимальным вмешательством в экосистему, с максимальным сохранением зеленых насаждений и естественного рельефа. Параллельно расчистили и углубили естественные водоемы, укрепили береговую полосу. Из Тюмени в Таркасале привезли и высадили 14 тысяч растений, специально выращенных для парка. Сегодня здесь расположены смотровые площадки, декоративные мостики, экологические тропы и удобная расширенная парковка для посетителей. Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальную варифокальную жидкую линзу на основе термокапиллярного эффекта. Новая линза обладает рядом преимуществ по сравнению с существующими аналогами. Она может работать как в режиме собирающей линзы, так и в режиме рассеивающей. Кроме того, линза обладает способностью менять фокусное расстояние, приспосабливаясь к изменению внешних условий. В отличие от твердотельных аналогов, жидкие линзы могут фокусироваться неограниченное количество раз, делая это без износа и очень быстро. Таким образом, изобретение позволит минимизировать большинство сложных оптических систем. Новая разработка может найти применение в самых разных областях – промышленности и медицины, а также в биохимическом и биометрическом анализе. В городе Тюмени открыто движение по новому совмещенному мосту через реку Тура, который является частью реализации плана развития транспортной инфраструктуры Тюмени, предусматривающего создание магистральных улиц непрерывного движения. Построенный мост уникален, так как длина пролетов составляет более 100 метров, длина центрального – 140 метров. Общая протяженность моста составляет 345 метров, еще около 500 метров – съезды. В каждом направлении будет работать три полосы для движения. Ширина полосы составляет 3,5-4 метра. Один из крупнейших в России мусоросортировочных заводов открылся в Тюмени. Завод, расположенный на 9-м километре Вележанского тракта, предназначен для приема и сортировки твердых коммунальных отходов. Проект реализовала компания «Тюменское экологическое объединение» в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с региональным правительством. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 1,7 миллиарда рублей.
На заводе, который полностью соответствует государственным экологическим стандартам, создано 300 новых рабочих мест. Предприятие «Полимерпласт» запустило новый цех по переработке твердых пластиковых отходов. Сумма инвестиций более 40 миллионов рублей. Переработанный мусор с мусоросортировочного завода будет поступать на созданную при поддержке областного бюджета линию по переработке пластиковых пакетов и другого полимерного мусора. Новое производство позволило создать 45 рабочих мест. Производственная линия рассчитана на изготовление 3500 тонн пластиковых гранул в год. В Тюмени открылся новый гемодиализный центр на 120 человек. Это первый медицинский центр в России, построенный по инициативе пациентов. Лечение тут будет проводиться на высококачественных аппаратах. Вся помощь оказывается совершенно бесплатно. Также осуществляется бесплатная развозка пациентов. Служба социального такси Тюменской области получила 30 машин. Автомобили предназначены для безопасных и комфортных поездок маломобильных граждан. В первую очередь это касается тех, кто передвигается на колясках. Машины были приобретены в рамках программы по обеспечению равных возможностей всем жителям области и созданию безбарьерной среды инвалидам. Данный обзор был представлен за последние 2 года. И это только то, что поместилось в 15 минут. А теперь коттеджные поселки.
We'll be right back.